Всем привет, меня зовут Дмитрий Сарычев, я сегодня хочу вам представить очумительную гитару от мастерской NS Guitars. Дека сделана из ясеня, гриф кленовый с накладкой из гнилого клена. Крепление грифа на резьбовых втулках. Мензура 25,5. Фурнитура и звукосниматели Китай, но достаточно хорошего качества. Покрытие инструмента акрил. Два рельсовых мини-хамбакера имеют отсечку. Именно поэтому гитара подходит к различным стилям музыки. Давайте послушаем ее на чистом звуке. Чистый звук мы будем слушать в комбик Fender Stage 160. Теперь давайте послушаем гитару на перегрузе. Как дисторшн я буду использовать преамп AMT SS20. Теперь мне бы хотелось поделиться своим личным впечатлением об этом инструменте. Гитара современная и надежно держит строй. В отличие от стандартного телекастера, у нее тонкий корпус и нереально тонкий гриф, который не хочется выпускать из рук. А также бонусом является небольшой вес – 3 кг 400 грамм. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, все ссылки будут в описании. Всем пока!